Ох уж эти девушки и женщины. Представьте такую ситуацию. Едет, значит, она красивая такая на черном Мерседесе, выезжает на встречку, а там разочарование. КамАЗ на пути. Но нужно же как-то препятствие это ликвидировать, решает автомобилистка. Она не растерялась и, говорят очевидцы, вначале посоветовала водителю грузовика объехать ее по-хорошему. А по-хорошему это, знаете как, по газону. Представляете, навстречу вам выезжает девушка и говорит: нет, слушай, давай-ка ты по-хорошему меня объедь вот сейчас вот на траву, смотри, какие у тебя колеса большие. Но, естественно, водитель отказался это сделать. Она вышла из иномарки и вот так вот по бамперу начала ходить, чтобы с ним поговорить. Как раз в этот момент наш гражданский корреспондент и включил камеру. Я не знаю, что вы скажете по этому поводу, но так вот просто глядя со стороны, такое ощущение, что девушка находится все-таки не в адекватном состоянии. Она отпустила грузовик с миром, вернулась к себе в Мерседес, при этом, конечно, продолжала ругать водителя. Затем девушка обогнула КамАЗ и уехала. Ну, а наш гражданский журналист получил денежное вознаграждение. Бойтесь вот таких вот блондинок за рулем.